Дорогие коллеги, здравствуйте. Я Стремалов Анатолий Анатольевич, врач общей практики. И мы говорим с вами о диагностике лечения болезни пищевода. Мы обсудили основные симптомы, вспомнили, что такое эзофагиты, освежили в памяти диагностику и принципы лечения гастроэзофагеально-рефлюксной болезни. А сейчас я предлагаю поговорить о поражениях пищевода при заболеваниях других органов и систем. И не столько, чтобы обсудить лечение, потому что лечение будет касаться именно тех самых заболеваний, которые привели к поражениям пищевода. А сколько напомнить себе о том, что существует много заболеваний других органов и систем, поражения пищевода, при которых входит вот в клиническую картину. И первое, что приходит на ум, это, конечно же, поражение пищевода при диффузных болезнях соединительной ткани. Но это понятно, и тут даже очень хорошо обсуждается еще со времен студенчества. Все говорят, вот есть системная склеродермия, заболевание, которое характеризуется воспалительными, сосудистыми, фиброзными и другими изменениями. Чего? Кожи, суставов, различных внутренних органов и, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта, легких, сердца, почек и так далее. И вот, возвращаясь к желудочно-кишечному тракту, что же там происходит? При системной склеродермии, ну, во-первых, наблюдается синдром поражения ЖКТ у большинства пациентов и изменения свойственны всей кишечной трубке. Если мы говорим о желудке, то это расширение, атония, нарушение опорожнения, иногда рвота. Если мы говорим о тонкой кишке, то это вздутие, распирание, боли, мальабсорбция, поносы и снижение массы тела, соответственно. Если говорим о толстой кишке, то могут быть, допустим, стойкий запор. Часто развивается патология печени селезенки, реже поджелудочной железы. Есть даже отдельные синдромы, которые вот подразумевают обязательное наличие поражений пищевода. Так называемый КРЕС-синдром, да, вспоминаете? Кальциноз, райно, эзофагит, склеродактилия, телеангектазия, КРЕС-синдром и поражение пищевода. В нем это облигатный признак. Ведущий симптом при всем этом – дисфагия. Почему? А потому что при этом заболевании системном развивается нейромускулярная дисфункция пищевода, и отсюда дисфагия. И степень этой дисфагии коррелирует с самой активностью заболевания. Вначале небольшие нарушения, глотание в основном твердой пищи, потом нарушение становится выраженнее, пищу приходится запивать, отмечаются иногда срыгивания, нарушение пассажа уже и жидкой пищи, формируются структуры пищевода. Если присоединяется сухой синдром, то вся дисфагия усугубляется. Осложняется язвами, структурой пищевода Баретта, о которых мы с вами говорили в прошлой беседе. Сделаем рентген, выявим дилатированный, заполненный воздухом пищевод без горизонтального уровня жидкости, снижения его перистальтики. И тут, значит, есть степени поражения, которые характеризуются замедлением продвижения контрастной массы по пищеводу. Чем дольше движется, тем выше степень. Чем чаще выявляется при этом грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, тем выше степень. Например, при третьей степени все симптомы, которые могут быть выражены, не выражены максимально, имеете рефлюкс эзофагита, язвы и структуры, у половины пациентов грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Делаем манометрическое исследование, выявляем нарушение перистальтики двух нижних третей пищевода, снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера, то есть нейромускулярная дистония. Следующее заболевание соединительной ткани – это смешанное заболевание, синдром Шарпа, так называемый, который характеризуется сочетанием признаков и системной склеродермии, дерматомиозита, СКВ, системной красной волчанки, ревматоидного артрита. Тут болеют преимущественно женщины среднего возраста, и поражение пищевода – очень частый признак этого заболевания. Основной клинический симптом, ну, как всегда, дисфагия, потому что пищевод гипокинетичен, и это все можно выявить и при рентгенологическом, манометрическом исследовании. Следующее состояние заболевания, при котором есть поражение пищевода, это медиастенит. Он может возникать при ряде ситуаций, ну, допустим, при туберкулезе легких, при пневмониях, плевритах, воспалении трахеи, гортани, воспалении самого пищевода. Склеротические изменения в клетчатке средостения при этом приводят к деформации и сужению пищевода. Вначале умеренное нарушение глотания, ну, как обычно, да, дисфагия так постепенно прогрессирует. Ощущение задержки пищевого комка при проглатывании грубой пищи в дальнейшем нарастает,
вплоть до полной непроходимости пищевода. Причем нередко таким пациентам ставится диагноз рака пищевода. Рентген выявляет нарушение калибра, сужение, расширение, смещение, девиации, давление на стенках из-за увеличения лимфатических узлов извне, да, зубчатость, обусловленная спайками и так далее. Но вот в отличие от рака, при хроническом медиастините пищевод при глотании и дыхании остается неподвижным. Но если все-таки у вас есть сомнения, эзофагоскопия с биопсией это сомнение развеет. Вот очень часто забывают о том, что поражение пищевода встречается при заболеваниях позвоночника. Казалось бы, да? Ну, казалось бы. Причем здесь все это? Вот остеохондроз позвоночника может вызвать заинтересованность пищевода. Наибольшее значение имеет поражение нижних шейных и грудных позвонков. Иногда наблюдается синдром шейной мигрени. Вот охриплость голоса, боль в горле за грудиной, которая усиливается при глотании, сухость, першение. Синдром шейной мигрени. Сдавление пищевода остеофитами позвонков может вызвать компрессионную дисфагию. А хроническое раздражение пищеводной стенки, спазм пищевода и привести даже к развитию воспалительного процесса с исходом в стеноз. Установлению диагноза при этом способствует рентген позвоночника, рентген пищевода. При них можно обнаружить волнистость контура задней стенки на участке, прилегающих к пораженным позвонкам. Вот в этом случае рентгеном пренебрегать ни в коем нельзя, потому что он ответит на вопрос, заинтересован ли, да, позвоночник в том поражении пищевода, который вы видите. Наконец, поражение пищевода бывает при заболеваниях крови и кровотворных органов. Наиболее часто помнят о том, что это может случиться при железодефицитной анемии. Сочетание которой с дисфагией обозначается как сидоропеническая дисфагия, имеет название синдром Пламера-Винсона или там Паттерсона-Келли. Это те авторы, которые описали, причем это было очень давно, еще в 19 веке. Пациенты жалуются на дисфагию, неприятное ощущение по ходу пищевода, застревание пищи, локализующей в заднем отделе глотки, в нижних отделах шеи. Самый постоянный признак – это анемия, но... И тоже нужно помнить, что заболевание иногда дисфагии дебютирует, первый яркий признак, и лишь потом, иногда даже через несколько лет, изменяется красная кровь. Вот такая вот характерная особенность. Одним из возможных осложнений при этом является развитие карцинома гортани и верхней трети пищевода. Делаем рентген. Ну, не всегда выявляем отклонение от нормы. Иногда выявляем нарушение перистальтики, иногда структуры, имеющие вид тонких мембран или пленок, но не часто. Естественно, на многие вопросы отвечает эндоскопия. Если это эзофагоскопия, то атрофический эзофагит. Если это гастроскопия, атрофический гастрит. При внутрижелудочной пашметрии, краткосрочной или длительной, выявляется гипоцидность. Клинически нужно очень внимательно смотреть на пациента. Можно обнаружить дистрофические изменения сердечной мышцы, печени, других внутренних органов при железодефицитной анемии. Но анемия бывает не только железодефицитная, она бывает еще и В12 дефицитная. И вот тут иногда отмечается недостаточность кардии и руминация. Помните тот синдром, о котором мы говорили в нашей первой беседе? А это все связано с нарушением иннервации кардиального сфинктера вследствие недостаточности в организме витамина В12. Вообще группа В такая интересная штука, ее очень любят списывать все на многое, по крайней мере, на недостаточность витаминов группы В и включать витамины группы В в схемы лечения пациента. Да вот при дефиците, допустим, витамина В1, а также никотиновой кислоты, может появляться дисфагия, симптомы, напоминающие ахолазию кардии. Эзофагоскопия выявляет отеки, перемею, ульцерацию. Рентген выявляет многочисленные участки умеренного сужения пищевода. Поэтому помнить о том, что клиническая симптоматика заболевания пищевода может быть связана с дефицитом витаминов группы В, В12, В1, обязательно надо. Какие же еще заболевания крови могут включать в себя поражение пищевода? Лейкозы. Более чем у половины больных наблюдается изменение в пищеводе. В виде геморрагии, инфильтрации лейкемических, очаговых некрозов.
псевдомембранозного или грибкового эзофагитов. При агранулоцитозе могут быть дисфагия и загрудинные боли при глотании. Они обусловлены изъязвлением слизистой оболочки пищевода, а если есть изъязвление, могут в дальнейшем возникнуть и стриктуры. Вот лимфогранулематоз, как вот на этой иллюстрации, лимфосаркома, лимфатических узлов средостений могут вызвать сдавление пищевода извне, да, с развитием выраженной дисфагии. При заболеваниях нервной и мышечной системы развивается поражение пищевода, уж по крайней мере дисфагия точно. Вот если вы вспомните нашу первую беседу, которую мы посвятили основным симптомам при заболеваниях пищевода, мы начали с того, что в развитии дисфагии очень важна такая неврологическая составляющая. И вот при постдифтерийных параличах, при ваготомии, полиомиелите, сирингомиелите, опухолях головного мозга, кровоизлияниях мозга и так далее, при бульбарном параличе и энцефалитах очень часто развивается дисфагия. Нарушение глотания бывает также и при миастении. Они обусловлены поражением поперечной полосатой мускулатуры мягкого нёба, языка, глотки. И чем выраженнее миастения, тем выраженнее эти поражения. Рентген выявляет снижение тонуса, ослабление перистальтики, иногда рефлюкс. Эзофаготоно-кемографическое исследование выявляет ослабление глотательной перистальтики в глотке, в верхнем и среднем отделе пищевода и снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера. Я понимаю, что такое обилие заболеваний других органов и систем не позволяет постоянно держать в голове возможное участие пищевода в этом процессе. Но для этого мы с вами беседуем, чтобы как бы вот освежать в памяти основные положения, для того, чтобы наша диагностика не была столь беспомощной, какой она иногда является, особенно в амбулаторно-поликлиническом звене, когда любое затруднение либо молниеносно результируется в направлении пациента на какие-то далекие там, да, обследования, либо просто пропускается, ускользает от внимания врача. И вот очень важно еще, если мы говорим о заболеваниях других органов и систем, это поражение пищевода при эндокринных заболеваниях. А их очень много, эндокринных заболеваниях. И вот и при гипокортицизме, и при гипо- и гипертиреозе наблюдается изменение в пищеводе. Допустим, при гипокортицизме, спазмы гладкой мускулатуры пищевода, язвообразование, при гипогипертиреозе, изменение двигательной активности верхних отделов желудочно-кишечного тракта, как таковых, в том числе и пищевода. Эндемический зоб иногда вследствие сдавления пищевода извне нарушает глотание, несахарный диабет, недостаток вазопрессина или избыточные продукты вазопрессина также накладывают свой отпечаток. Ну, допустим, чуть попозже о сахарном диабете, при гиперпаратиреозе, при нарушениях кальциообмена, да, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз, возникает целый ряд нарушений пищевода у пациентов с эндокринным ожирением или с генерализованной липодистрофией, тоже это отмечается. Это не так часто встречается в нашей клинической практике, как, допустим, сахарный диабет. Вообще при сахарном диабете, уважаемые мои коллеги, вы знаете, что все идет не так. Не так, как вы ожидаете. Сахарный диабет смазывает клиническую картину, внятную клиническую картину любого заболевания. При сахарном диабете могут отмечаться нарушения моторики пищевода, снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера, амплитуда и скорость его сокращений, что приводит к развитию гастроэзофагеальных рефлюксов. В принципе, все то же самое. Да? И наиболее характерным является что вот при сахарном диабете? Или длительное, латентное, малосимптомное течение заболевания, что вот очень часто бывает. Или наоборот, разнообразие симптоматики с жалобами, нетипичными для изолированного поражения пищевода. Что-то идет не так. Ведущей жалобы во всех случаях является изжога, это нужно просто себе запомнить, возникающая после приема пищи, усиливающаяся в горизонтальном положении, при наклоне вперед и так далее. Выраженность симптомов изжоги, отрыжки, боли за грудиной при сочетании рефлюксофагита и сахарного диабета меньше, чем при изолированном рефлюксофагите. Сахарный диабет стирает выраженность клинической картины данного заболевания. И вот если есть гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь у больных там, с инсулинозависимым сахарным диабетом, то это большая длительность периодов обострения, увеличение продолжительности
умеренно выраженного болевого синдрома, обострение длительное, продолжительность, да, увеличивается, но сам болевой синдром не столь тревожен, что ли. При сочетании ГРПС с инсулин-независимым сахарным диабетом клиническая картина также проявляется атипичностью болевого синдрома. Есть жалобы на чувство тяжести, дискомфорт в эпигастрии, тошноту после еды, запоры. При диабете у многих пациентов отмечается даже немая форма заболевания. Заболевание есть, но мы его не видим. Вот в чем опасность вот этого сочетания. И, к сожалению, это очень часто присутствует вот на наших амбулаторных приемах. Но понимаете, в чем вся неприятность? Наш амбулаторный прием обычно посвящен какой-то одной проблеме. Вот если приходит пациент с сахарным диабетом там, второго типа, вот мы им и занимаемся. И где-то там, может быть, да, не распознаем или не обращаем пока внимания на то, что у него может быть гастроэзофагально-рефлюксная болезнь, что поражение пищевода в той или иной фазе, который тоже нуждается в лечении. Это либо откладывается на потом, либо пропускается. Я понимаю, почему. Маленькое время приема, невозможность воздействовать сразу на все, да, участки неблагополучия у пациента. И очень часто, что пациент, ну, как бы теряется потом. Вот он к вам пришел, ну, может быть, он появится, там вы ему выписали препараты, зачем он, собственно, и пришел, как обычно. И он появится где-нибудь через какое-то время, у вас уже не будет такой настороженности в мыслях о том, что у него может быть, допустим, в том числе и поражение пищевода. И когда он редко появляется, как бы все приходится начинать сначала и совершать те же самые ошибки, которые мы, собственно, при первом контакте и совершили. В стационаре это не так, потому что в стационаре за человеком наблюдают какое-то более-менее длительное время, возможность оперативного устранения своих собственных ошибок, диагностики дополнительной, которые можно применить, в поликлинике нет. Но, коль скоро мы с вами говорим о первичном звене, ну вот это вот наша слабая часть нашей с вами работы. Часто наблюдается при этом заболевание, не свойственное изолированному течению ГЭРБ. Если мы говорим о ГЭРБ, это гипертоническая болезнь, ожирение. Вот ожирение, собственно, поставщик вот этой гипертонической болезни. Эндоскопически мы выявляем поражение нижней трети пищевода, выраженный генерализованный стойкий отек, гиперемия со множественными геморрагиями, слизистая оболочка пищевода легко ранимая и кровоточит. Ну, это характерно вообще для сахарного диабета. При морфологии характерные, при морфологическом исследовании характерные для эзофагита изменения. Диабетическая микроангиопатия выявляется. Рентген выявляет моторно-эвакуаторные нарушения, замедление опорожнения желудка, заброс содержимого желудка в пищевод, ну, гастроэзофагально-рефлюксную болезнь, да, снижение амплитуды перистальтических сокращений. Суточная внутрипищеводная pH-метрия выявляет большое количество длительных, вот тех самых более 5 минут, эпизодов гастроэзофагиального рефлюкса. Лечение, конечно, такое же, как при нормальной клинической картине гастроэзофагиально-рефлюксной болезни, просто нужно вовремя ее выявить. А это сложно у пациентов с сахарным диабетом. Поэтому я как-то взял себе за правило и вас призываю к тому же, если есть пациент с сахарным диабетом, ну, как правило, в нашей практике это пациент с сахарным диабетом второго типа. И даже если сейчас он вам никаких жалоб не предъявляет, знайте, что у него много чего есть. Просто клиническая картина всех состояний, которые у него, либо она еще не проявилась, либо немая, да, либо она столь смазана, что не позволяет конкретно говорить о какой-то нозологической единице. Поэтому к ним повышенное внимание. Если у вас есть время, вызывайте их себе почаще, копайтесь так понемножечку, и постепенно вы выстроите все вот это вот, соберете весь этот пазл клинических состояний, заболеваний у пациента с сахарным диабетом. Это очень важно для него. Ну и в конце вернемся к нашему дорогому доктору Антону Павловичу Чехову, который говорит, что после жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное затмение. В это время и телу хорошо, и на душе умилительно. Для услаждения можете выкушать рюмочки 3 запеканочки. Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж. И кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе.
Очень вкусно Антон Павлович описывает ту жизнь, которая могла бы быть, если бы не было у человека поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта. И рюмочка запеканочки, а тем более шампанское, категорически противопоказаны при этих состояниях. Особенно о тех, о которых мы говорили. У людей с ожирением, у людей с сахарным диабетом второго типа и у людей с геморрагическими или, не дай бог, язвенными изменениями в пищеводе. Поэтому Чехова читайте, но ведите себя как положено. Спасибо, дорогие коллеги, за ваше внимание.